Сегодня мы проводим совещание в режиме видеоконференции с нашими муниципальными образованиями, с нашими федеральными органами, все, которые задействованы для работы в социальной сфере. Вопросы, которые будем рассматривать, первое – это подведение итогов летней заявительной кампании. У нас результаты довольно-таки неплохие, и самое главное, что не было чрезвычайных ситуаций, не было чрезвычайных происшествий. Вот это вот самое основное, как бы итог работы летней оздоровительной кампании. Дальше по социальной сфере накопилось сейчас ряд серьезных вопросов, начиная от употребления грибов на территории Ростовской области и заканчивая вообще контролем за нашими детьми и другие вопросы социальной сферы. Кроме этого, мы сейчас рассмотрим результаты по младенческой смертности. На сегодняшний день у нас есть обеспокоенности по отдельным районам Ростовской области, поэтому мы на видеоконференцию на эту пригласили лично глав муниципальных образований, заместителей по соцвопросам и других заинтересованных областных лиц.